Осторожнее, Ники. Нута, доктора зови и градусник дай. Градусник там лежит. Доктор Деревенько уехали, а Боткину Ольге Николаевне дежурят. Как она? Деревенко является единственным оставшимся в живых из всех свидетелей. Деревенко единственный оставшийся. Это было мое первое впечатление от царевича Алексея. Он мне показался очень высоким, очень сильным и очень красивым. Горка такая, она высокая, да. Мельчане, там мельчане у нас были, катались с этой горы. Иногда нужны пошучивали. Например, мы за мной тоже пошутили. Посадили меня на сани. Но когда сани начали двигаться, они забежали веревки. И я, собственно, просто на своем собственном заду, по льду, послушали в горы. Печального ничего не было, потому что было холодно. Штаны были очень-очень толстые, ну и чем-то не по струнам. Неожиданно дверь открывается, вошел. Какое-то новое лицо, которое я никогда не видел. Паша Хохряков. Что он мне говорит? Ты, Коля, садись, спеши. Я был в тот момент один-единственный в этой маленькой комнатке. Мама моя в соседней комнате отдыхала. Я послушался. Я, как обычно, начинал писать песню. Я начал писать. Дорогой Алексей Николаевич. Он посмотрел за Софьяком. Да, это ты написал. Хорошо. Мама бежала там. Что такое? Что случилось? Ничего, просто проверка. А ваш отец, Владимир Николаевич, он вообще как относился к Алексею? А Григорий Ефимович Распутине в то время что-то говорили вообще? Кто-то знал что-то? Кто-то мне рассказывали, который Алексей Николаевич вам рассказал. Он рассказал вам его по-бойски уже, да? Или... Да. Вы, я что-то не понял его первый раз. Вы не можете еще раз его... вспомните. А другие спектакли вы не помните. Вы сказали, что государь играл. Один какой-то. Раз. А карта чеховская. Медведь. О чем выражалась эта игра? Что вы запомнили из спектакля? Как вообще это происходило? Может, чуть-чуть помните? А теперь самое главное открыто. Это были к Алексею Николаевичу. Вот, когда он лежал в постели. Прочее. Вы с ним долго оставались. О чем вообще по Больской ссылке вы могли разговаривать с царевичем? А что вас трогало больше всего в жизни? Тот период. В чем вы жили? Ваш внутренний мир. И какое же ваше было впечатление о том, что вам сказали, что царская семья убита? Что, злость, ненависть, досаду? Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна. Была не узнать все. Или полностью отказаться от всего и идти в гимназию. Я хочу представить, как вы жили в этот период в Екатеринбурге, на том месте, где расстреляли царскую семью. Сергей Николаевич, всех видно. Решением исполкома Уралсовета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят.
Помимо этого, он был оставлен там гувернёром только при Алексее. Я считаю, что это его немножко унижало. Унижало? Унижало. Почему вы думаете? Потому что он уже был не хирург известный, а просто домашний врач. Это все. А разве любовь к человеку может унижать его? А? Разве любовь к человеку может его как-то унизить? Вы же сказали, что он искренне его любил. Последнее письмо, когда я получил от Алексея, сначала были какие-то вопросы, не имеющие непосредственного отношения. Когда к концу он начал делать какие-то круги карандашом, как будто бы такое впечатление, как будто наступил конец чего-то. И написал слово «конец».